Здравствуйте! Я приветствую вас на моем канале «Сделай сам». Сегодня мне потребовался инструмент, с помощью которого я смог бы сверлить отверстие под 90 градусов. Я посмотрел несколько способов на YouTube, но ни один из них не давал бы мне хорошей точности. Мне пришлось придумать собственный способ. За основу я взял строительный уголок. Многие блогеры предлагают просто использовать его как направляющий при сверлении. Такой способ вы можете использовать там, где не требуется хорошая точность. Я решил немного усовершенствовать этот способ. Чтобы сверло стало более точным, я решил приварить втулку к строительному уголку. У меня нет такой втулки, поэтому я решил сделать отверстие диаметром 10 мм в широкой гайке. Сверло стремится пройти точно в центре гайки. Вам нужно только не мешать этому процессу. Другую гайку я сверлил на станке. Это оказалось быстрее. Теперь я приварил обе гайки к уголку точно внутри угла. Ну вот, мое приспособление готово, мне осталось только провести испытание, чтобы сравнить с другим сверлением. Я закрепил уголок, чтобы приспособление не двигалось. И просверлил два отверстия и увидел, что уголок со втулкой дает намного более точный угол 90 градусов, чем просто уголок.
Надеюсь, это видео будет полезно для вас. И заканчивая этот фильм, до свидания.